Молодежь Ноябрьска также отправилась к реке Пикапур. Ребята присоединились к ежегодной экологической акции «Чистый берег». В городе она проходит в седьмой раз. Акцию организовали при поддержке администрации города, местного отделения партии «Единая Россия» и депутата Тюменской областной думы, начальника департамента регионального развития «Газпромнефти» Сергея Белки. Сначала молодые юноши и девушки провели уборку берега реки Пикапур, после посоревновались в пляжном волейболе и устроили пикник уже на чистом берегу. Результатом экологического рейда стали большие мешки с мусором, их набралось больше 10. Ну, сегодня у нас проходит акция «Чистый берег» совместно с молодой гвардией «Единой России», также партией «Единой России» и юнкорами «Кругозора» мы проводим акцию эту. Да, первый раз я в этом году участвую. Отдыхать всегда приятнее на чистом берегу, на чистой поляне, когда нет нигде мусора, и приятнее загорать, когда все чисто и хорошо.